Так, всем добрый день. Здравствуйте. Сегодня я хочу вам показать применение старого шифера в саду. Вот, показываю вам, как из него можно сделать забор. Какой из него получается забор? Пожалуйста. Вот как мы видим, что получается забор вполне приличный. Вот он простоял зиму у меня. Были довольно сильные ветра. Но он выстоял, ни один шифер не лопнул. И я думаю, что он простоит еще довольно-таки продолжительное время. Надеюсь, этот урок был вам полезен. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. Будут новые видеоуроки. Всего вам доброго, до скорой встречи.